маленькая девочка заблудилась. Думала, что ее никто не любит, что она никому не нужна. Сбежала из своего замка. Попала в объятия к дьяволу. И ложная любовь в таких объятиях сделала ее другим человеком. Распутной девицей, царицей лжи, как и Иезавель. Это моя жизнь. Я росла с отцом, ярость которого не утихала. Помню, он всегда был на взводе, всегда в стрессе. И я принимала это близко к сердцу. Помню, как я думала, наверное, меня сложно любить. В старших классах я замечала, как на меня засматриваются мальчики. Не получая внимания от отца, мне влекли любые комплименты. Любые упоминания обо мне. В школе я познакомилась с парнем, который овладел моим сердцем. Он говорил мне, если мы переспим, то поженимся, построим совместную жизнь, заведем детей. Я полностью посвятила. Отдала все 100% ему и все свое сердце. И когда я узнала, что он также имел связь с несколькими моими близкими подругами, я была невероятно шокирована. Я уходила со школы с разбитым сердцем, оставила родительский дом. В день своего выпуска я помню, как помахала из машины вслед маме и папе. Мне было 18. Зная, что я больше никогда не вернусь, было слишком много боли. В поисках колледжа я переехала в прекрасный город Миннеаполис, где мне пришлось работать на трех работах, чтобы себя содержать и купить машину. Я ощутила в себе новый заряд, думая, что если я начну хорошо одеваться и ходить в клубы, то там я смогу встретить мужчин, которым понравлюсь. Может, познакомлюсь с состоятельным мужчиной, который будет носить меня на руках и заботиться как принц о принцессе. Поэтому мы с подругой начали посещать разные клубы, поделав документы. Однажды вечером, когда в очередной раз мы пришли в бар, к нам подошли незнакомые мужчины и угостили нас выпивкой. На них были часы Rolex, дизайнерская одежда, и мы переглянулись. У этих парней водятся деньжата. Один из мужчин приглянулся моей подруге. И я ей сказала, раскрути его на деньги. Думаю, что на тот момент во мне проснулась жажда кровавой мести, посеянное и укоренившееся непрощение к отцу, к тому парню со школы. Я мечтала о мести. Я хотела показать, что смогу пробиться, и деньги будут тому доказательством. Моя подруга завязывает отношения с парнем, едет с ним на Гавайи, я же остаюсь на своих трех работах. Она звонит мне как-то и говорит, послушай, я на пляже, в кабриолете, говорю с тобой по мобильному, тебе надо сюда. И при том, что у меня не хватило смелости спросить ее, что ты делаешь, я с легкостью приняла приглашение. Я словно автоматически вошла в темную дверь, зная, что этого не стоило делать. Но соблазн открывающихся возможностей иметь хорошие вещи, увидеть, наконец, деньги, которых у меня никогда не было в детстве, приобрести себе значимость, все это перекрыло всякие чувства предосторожности. Их словно сдуло ветром. Я незамедлительно взяла отпуск и отправилась на Гавайи. В первую же ночь на пляже мы вместе с моей подругой продали себя каким-то японским клиентам, и я стала проституткой. Это похоже на то, как если бы мне надели на палец кольцо,
которое я не смогла снять. $3.47 в час больше не привлекали меня. Когда я узнала, что смогу зарабатывать сотни и даже тысячи долларов, продавая себя, $500 в час без каких-либо сближений, отношений, $1000 в час, затем $2000 в час. Это дало мне ощущение власти над мужчинами. И если кто-то хотел меня на всю ночь $10000, пару месяцев спустя я стала танцевать в клубах. Однажды, когда я была на сцене, в клуб вошел мужчина и, подойдя ко мне, положил у моих ног веер из денежных купюр. Я танцевала только для него. Я дала ему понять, что я на самом деле еще занимаюсь продажей своего тела за дополнительную плату. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты такая умная, ты мне нравишься. По правде говоря, я, наверное, даже в тебя влюбился». Он дал мне все, что я так хотела получить от своего отца. Я решила, что хочу переехать в Лас-Вегас. В тот вечер я сошла с самолета, сделала несколько звонков, привезла домой приличную сумму денег, со мной был мой парень, и он сказал мне сломать себя. Я переспросила: «Что ты сказал?» Он сказал: «Сломи себя. Это значит, отдай мне все свои деньги, отдай мне свою сумочку». У меня в тот момент не было этого с собой. Тогда он вывел меня, схватил и душил меня моими волосами. Толкнул на крыльцо, я упала на колени, и он стал меня бить ногами. Это сутенерство, дорогуша. Я давилась собственной кровью. Ты будешь работать на меня. Ударил меня в лицо, который сейчас час, ты будешь мне платить. Мой нос и ребра поломаны. Я думала, что передо мной сам дьявол. Принц стал тираном. Попытаешься сбежать, я убью тебя. В ту ночь все во мне словно умерло. И следующие 5 лет моей жизни я работала на сутенера. Каждый раз он бил меня, душил меня, насиловал, приставлял пистолет к виску и заставлял делать то, что я не хотела делать. Я делала это все лишь потому, что любила его и жила в страхе. Я знала, если я не стану его слушаться, то не доживу до следующего дня. Я таки сбежала от него, но все, что у меня было, осталось с ним. Деньги, дома, машины, все осталось позади. Потому что когда ты оставляешь сутенера, ты остаешься ни с чем. Я снова стала искать возможности заработать денег. Но деньги уже потеряли свою значимость. Меня обнаружили рак. Через несколько лет я потеряла все свои волосы, проходя химиотерапию. Я принимала обезболивающие препараты от боли в костном мозге и стала от них зависима. Это привело меня к кокаину. Я ездила на вызовы в парике, потому что у меня от химиотерапии выпали все волосы. У меня были клиенты, которые называли меня больной. Больной раком. Потаскухой больной раком. Однажды в одном мотеле я помню, как лежала в постели и, посмотрев на себя, словно в зеркало, подумала: Бог зол на меня. Я вошла в душ и стала мыть все свое тело. Я думала, что мне больше никогда не стать чистой. Я начала потреблять очищенный кокаин. И как-то ночью я решила принять самую для себя большую дозу наркотиков и стереть все из своей памяти, избавиться от раковой боли, от боли, связанной с потерей дяди, сестры и дедушки, умерших друг за другом с разницей в 3 месяца, чтобы избавиться от боли потерянных лет со своей семьей, от боли о потерянных друзьях, боли о потере всего, что я когда-либо приобрела. Я приняла свою дозу и упала. Я внезапно полностью ослепла, словно весь свет, который был в комнате, вдруг превратился во тьму. Помню, как я лежала и чувствовала, как какое-то демоническое присутствие окружало меня. Я находилась в полном одиночестве, и мне стало очень, очень страшно. Внутри себя я понимала, что нахожусь на пороге смерти. Я как будто была в темной-темной пещере и уже видела. Видела свой конец. Передо мной явилась моя семья.
мои похороны. Я лежала в гробу, и все плакали. И, вытирая свои лица от слез, говорили: она была всего лишь проститутка. Тогда я сказала: Иисус, пожалуйста, спаси меня. Я не знаю, ты ли реален, но я не хочу умирать. Когда приехала скорая, врач подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: тебе очень повезло, что ты еще жива. В твоем организме такая доза наркотиков, юная леди, что ты уже должна была умереть. С тобой, наверное, Бог. Я знала, что Иисус услышал мою молитву. Я лежала, и меня наполнял этот всеобъемлющий мир. Такого мира я еще в своей жизни никогда не ощущала. Я знала, что это Бог дает мне второй шанс. Я поправилась и начала читать Библию. Я прошла реабилитацию, но мне было страшно идти в церковь. Потаскушка, бывшая проститутка, ты что, на самом деле думаешь, что, придя в церковь, люди увидят тебя и по-настоящему полюбят? Но когда я вошла в церковь, люди стали обнимать меня. Бог начал производить во мне свою работу, исцеляя изнутри. Святой Дух начал говорить мне о моей красоте, избрании, отделении, освящении, что я Его святой сосуд. Я стала утверждаться в словах Иисуса о том, что я целостная личность, что я чистая, что я исцелена, что в Нем я снова девственница. Это дает мне мир. Помню, как я убирала у себя дома, и Бог обратился ко мне и сказал: Энни, я хочу, чтобы ты вернулась в стрип-клуб и сказала тем девушкам, находящимся в рабстве, что я люблю их. И вот это то, к чему я призвана. К тому, чтобы просто сказать им: Бог любит тебя. Неважно, через что ты прошла, что ты сделала. Неважно, насколько глубокое твое чувство собственной нечистоты. Есть искупление. Ты можешь стать белой, как снег, когда примешь его в свое сердце. Маленькая девочка заблудилась. Думала, что никто ее не любит, что она никому не нужна. Сбежала из своего замка. И Бог встретил ее на той темной дороге и сказал: ты можешь теперь вернуться домой. Я здесь. Я никогда не оставлял тебя. Освобождение, искупленное, отпущенное на свободу. Это моя жизнь, и в ней есть любовь.